Хочу делать свой прогноз на матч Лиги Чемпионов между Боруссия Дортмунд и Барселоной. Ну, конечно, самый топовый матч первого дня стартующей Лиги Чемпионов. И сложно предположить тут победителя, потому что Боруссия сейчас в очень хорошей форме. Вот, очень много забивает. В последнем матче они обыграли в чемпионате Германии Байер. Со счетом 4-0 дома обыграли. Барселона тоже покуражилась, обыграла, по-моему, со счетом 5-2 Валенсию. Но Барселона большие проблемы в обороне. Но не тоже большие проблемы, они есть. И учитывая атаку Боруссии, можно сказать почти наверняка, что Боруссия им забьет. Вот. Скорее всего, меньше двух. И вот я лично в этом матче меньше двух, чтобы Боруссия забила, я даже не рассматриваю. Вот. Но при этом Барселона тоже очень хороша в атаке. И 5 мячей в Валенсии в последнем матче говорит о многом. Ну и стоит учесть то, что в этом матче с Валенсией уже играл Суарес. Месси не играл, играл Суарес. И Суарес забил 2 мяча. Вот. Месси, не знаю, будет играть, не будет. Но даже если он будет, безусловно, еще не в кондициях. Это факт. Скорее всего, не будет. Вот. Что можно сказать об этом матче? Он будет тотальный. Там будет много голов. Вот что можно сказать. То есть там не будет никакой игры от обороны, там будет много голов. Возможно 2-2, возможно 2-3, возможно 1-3. Что-то такое, вот что-то близкое. Одна из самых верных ставок — это обе забьют. То есть то, что обе забьют, я вообще не сомневаюсь. Ну, коэффициент очень маленький, по-моему, 1,5. Вот. Я на этот матч сделал всего один прогноз. Он очень простой. Это тотал матча больше 3 за коэффициент 1,8. Пока дают такой коэффициент в Бет-Сити. Этот же коэффициент и эта ставка в Фонбете, там коэффициент 1,7 уже просил на 1,1. Вот. Но я думаю, надо ставить именно сейчас, да? То, что там 3 мяча будет, я не сомневаюсь. Ну а больше уже ты выиграл. Вот. Поэтому мой прогноз на этот матч. Тотал матча больше 3 за коэффициент 1,8. Матч начнется сегодня 22:00 по Москве, пройдет в Дортмунде. Смотрите футбол и болейте за свои команды. Всем пока!